Привет, с тобой Рэй, ты на канале AAA, и сегодня мы продолжим на Деймосе немножко развлекаться. Коль мы здесь, я бы хотел попробовать, наверное, может быть, повыполнять заказы. И, блин, тут вообще какие-то есть оружейник, что? Короче, оружие какое-то есть микромеха, но мне интереснее гораздо попробовать Заку собрать, поэтому попробуем сходить на заказы. И посмотрим. Да. Отлично. Да понятно, что Ллойд скажет. Интересно просто, сколько народу вообще их выполняет, и вообще, каким образом тут собирается команда. И, в принципе, если мы успеем быстренько собрать Заку, то почему бы и нет? Быстренько, я, конечно, понимаю, что в стиле Warframe быстренько не бывает. Вот, но может быть нам повезет. И чем это в одиночку делаем, да? Ну и что, и куда нам? Но? Scanlogs have registered a substantial cache of lost resources in this area. Oops, зря я это использовал. Best brush your teeth. Wait, do you even have teeth? The Corpus researcher Latrox Oom is in the area. Seek his assistance for cache reclamation. А, его защитить надо. Да без проблем, слушай. Just a few, and then we're gone. I swear. That ugly one just coughed up what we're after. Could you grab a sample for me? Lovely. Think we can get a few more? Конечно, естественно. Блин, Вуконг, по-моему, для вот миссии а-ля обороны, это одно из самых прикольных, именно когда с чувачком надо кого-то там что-то делать. Ну, допустим, собрали. Так они будут нам идти сами? А, вон, да, вижу. Вовсю. Бегут. Вот это он. Мастер прыжков. Пойдем погуляем по этой локации, что уж там. Коль нам суждено. То есть он взрывается так же, как все остальное. Здорово. Есть. Никто не забивает охранять этого пацана. Здесь типа какие-то новые виды зараженных. Оу. Неплохо. Но слишком мало, чтобы что-то сделать. Сколько? 7, 8 образцов. Отлично. 9. 10 собрано все. Fantastic. I'm starting the data upload. This always draws infected, so keep me safe. Вовсю. Насколько видишь, прям вообще. Кого ты выстреливаешь?
He is likely lying to keep them for himself. Corpus is as Corpus does. Proximity alert. Multiple infested aggressors. Secure the area to continue with cash reclamation mission. Protect the immediate area from incursion. Что надо сделать? Где ты? The infested appear to see this as a territorial dispute. They are not backing down. Охранять просто зону, но ну ладно. Not a problem. А почему уровень контроля падает? А, понятно. Типа они прибывают. Я их даже не вижу, откуда он их расстреливает вообще? А. Свои версии инфестоидов у них. Ну давай, 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 ближе, ближе, ближе. Вот, отлично. И минус. Так я спокойно, что занимаюсь этим дальше. Упс. Видел я тебя здесь. Привет. Видел я вас здесь. Здрасте. Здорово. Сейчас просто походим по локации чутка. Прыгающий молотильник или кто там был? О, здорово. Здесь соло задание, что ли, не пойму. Да тут так все валяется. Возможно. Ненадолго. Идеально просто. You will need to release the cache before we can access it. See if you can damage that growth. Nothing. Maybe we can find another way to break it free. What's that connected to it? Так, я так понял, что нужно искать, к чему подключены эти что? Корни. Это что еще такое тут? Что это? Substrate has formed tumors anchoring the cache. Blast them free. А, это гоночный драйв, идет. Не надо. Спасибо, нет. А, надо обухоли все найти, понятно. В этой зоне. Это что ли одна из обухолей, да? Нет. Нет. А где тогда? Может быть выше?
Может быть, но нет. А где тогда? Как она должна выглядеть? Я даже не помню, как та уничтожилась-то. Нет. Странно. Вот это что ли? Да. Еще одна. Давай успеем, пожалуйста. Вот, все вижу. Как не вовремя ты перезаряжаешься. Well, that was unpleasant. Still, you have done enough to make the main tumor function. Привет. Ну и как его открыть-то? Серьезно, реликвия матери и все? Lloyd tells me you have a cache unlocked, a decent enough haul for our collective efforts. I'm not sure what we would do without these occasional windfalls. Не знаю, что бы вы делали. Гонка на кадрайве меня не мрят, мало интересует. Так, и куда нам? Не королевская, ага. До свидания. А, тут есть также, где взять задание, понятно. Ниже, ниже. А, это пещера ниже. Это что еще такое за охрана? Реактивный кристалл. Но никак взаимодействовать я с ним не могу. Так, там вижу одну. Кажется. Чё ж они все подземные-то? Или я просто где-то очень наверху? Ну это пещера, здесь ничего нет такого, что мне интересно. И где? Где? Здесь могу взять задание, где-то написано. Нет, это пещера все. То есть у них не сделано, что можно взять где-то задание, кроме как в этом? В самом Некролиске? Что это? А, вот, да, заказы можно взять. Законироптика была. Давай вот это возьмем. Попробуем. It is vital that we gain a proper understanding of the infestation on Deimos in order to protect the heart. Да, куда? On how to procure geological core samples in relevant areas. This would be a great help to me. И куда это? Погоди-ка, а у меня один такой момент. Да, хочу вернуться на арбитр. Мне просто интересно, вот сейчас, кстати, интересно, мне засчитают за те задания, которые я выполнил-то? Или я отменил, типа, все задание вообще? Или я отменил то, которое взял?
Будет печально, если я, получается, таким образом слил то, что уже успел заработать. Надо как-то внимательнее к этому относиться. А, то, что успел, то уже... Понятно, то, что успел, то уже получил. Хорошо, значит, так. То есть, если теперь присоединиться на Деймос, на Камбиотский Дрейф, он автоматом найдет отряд? Неужели так всем не охота там заниматься ничем? Ну ладно, хорошо. Таким образом. Немножко, я так понимаю, переделали карту, что ли? Да. Стальной пути, что там, с чего там начинается это все на стальном пути? Где первая миссия? Е-прайм? Зачистка? Мне интересно, а тот, кому доступен стальной путь? Точнее, тому, кому недоступен стальной путь, но если он в отряде, он может заполнять задание в стального пути или нет? Сейчас эти глянем. Через минутку. Что это дает? Да спасибо, не надо, неинтересно. Operator, were you visualizing a bloody battle? Me too. Минуточку. Так, ну-ка проверим сейчас момент. Допустим. Допустим. И если я выберу, допустим, стальной путь и тот же E-Prime, то что это будет? А, я не могу выбрать. А. В смысле, и чё? И пустит даже, получается, человека ниже уровнем. Даже если не открыт стальной путь. Интересно, интересно. Очень интересно, каким образом это будет реализовано. Смотрите, да, вдвоем. Ну, зачистка вдвоем, это ж такое себе.
Ну да. Урона, конечно, не густо. Так-то куда? При этом палка так спокойно выносит. Ну да, на сотых уровнях такое себе. Ну-ка, минуточку. Блин, ну, конечно, вот в два экрана миссии, которые надо передвигаться, это такое себе. А опыта при этом дает вообще копейки, да, типа? Как будто я прохожу обычную миссию. Ну ладно, понятно, хорошо, я просто проверил. Так и быть, понятно, интересно. Было бы, если бы засчитывало бы... Прям так вот все типа... Ну не знаю, какой тогда смысл? Ресурсы дает столько же, чисто из-за этих стальных этих, ну такое... В чем прикол тогда всей этой канатели? Непонятно вообще. Интересно. Ну, ладно, хорошо. Так, что еще у нас такого осталось? Сердце Деймоса. Хотелось бы мне, конечно, закончить с этим. Аптекор вандал получить. Всякобы, мне кажется, он бы мне пригодился бы. Двойной ствол амальгамы, крушитель органов. Ну давай глянем, может есть какой-то отряд нормальный. Который именно разрывами сейчас занимается. Тогда, быть может, даже будет это более-менее недолго идти. Вот, ну в принципе, думаю, что мы тогда занимаемся в следующей части. А пока подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде. И ВКонтакте. Пока-пока. Ну или пока, когда загрузка пройдет. Пока что у тебя все еще есть классное время подписаться.